Всем привет, ребята! У Пинка вышел клип на песню Катрина. Мы ее уже слушали, классная песня. Мне очень понравилось, интересно, буду глянуть клип от него. И глянем еще его клип Bubblegum, там фит слово 66. Из моего города, Ваня, то есть будет интересно глянуть тоже. Так что погнали, Пинк, Катрина. Сука! Что пронести внимание дуло, как Катрина. Ты была со мной слишком наивна, картина. Тут была не полная картина. Вау. Ну, вроде офигенно снято, но жаль, что нету самой этой, самой Катрины, жаль, что нету, да, в клипе. Как бы было очень интересно, если девушка была на фоне, о чем и поется, да, в песне, так сказать. И в принципе, кстати, Влад, я его вспомнил. Знаете, короче, такой видеоблогер, Виджилинг, да? И Влад раньше Виджилинг был у Влада дома, да, то есть на квартире. Я вспомнил, да-да-да-да-да, что-то такое, блин. Это было очень давно, когда Виджилинг там с Владом что-то был там. Я не помню, где они были, в каком городе. Но, блин, это... Там еще хотели Влада Савельева позвать, в общем, ну... Мало кто об этом, наверное, знает, то, что Виджилинг и Пинк были там вместе там. Бухали там, типа тусили, да? Это, конечно, было весело, на самом деле. Это был какой год? 2017, наверное. Я не помню, ребята, это очень давно было. Прям... Ну, прям... Ну, прикольно. В общем, давайте глянем Bubblegum. Фит слово 66. Интересно, что тут будет? А тут девочки, да, уже? Симе там, да? Очень классный голос у Влады, прям, ну, прям для ушей очень приятно. Ну как же так, как я попал, как занесло меня сюда. Пузырится мой стакан, у меня Bubblegum, у тебя жопова. У меня полный стакан, зерный Bubblegum. 23, я готов сойти с ума. Как-то без тебя, так же, как вчера. Мы не сестра, как с тобой, чем оранжевым шок. Для меня шесть лиц, для тебя шесть лиц.
Убито там хлам, да, в принципе. Ну, очень классный трек, забавный такой, да, то есть такой тебе прям... Прям очень такой бит классный, да, и припев у Влада классный, то есть... Пузырите мой стакан по волгам, у меня по волгам тебя жопа лап. Интересно звучит, на самом деле, такой музыки мало встретишь, такой прям и позитивный, и энергичный, и задорный такой, да, забавный, то есть, ну, Влад молодец, ему всех успехов, он... Ну, очень классную музыку делает, на самом деле. Мне еще трек, я помню, его слушал. Мне его советовали кто-то. Как он называется, блин, я не помню. Ладно, если я вспомню, я вам скажу потом, ребят. Ну, и послушаю, может быть, этот трек. В общем, мне все понравилось, все красочно, все так, прям, ну, офигенно, в общем. Как-то так, ребят. Всех успехов Владу, всех успехов Love Double Six. Ну и все такое. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, на Инстаграм, оставляйте свои комментарии, что вы думаете, нравится вам такая музыка или нет. Пишите все ваши комментарии внизу. И подписывайтесь на канал. Всем пока.